Все очарование церемонии заключалось в ее краткости. Может, для тебя и так, потому что ты быстро смылся. А вот они там только раскачиваются. Вечно пьяное княжество. Неужели тебе так не нравится, Тусент? Выпускайте ребят. Это место как крепкое вино, Геральт. Хорошо в малых количествах. Как тебе самогон? Не слишком крепкий? В самый раз. Это заслуга местной мандрагоры официнарум. Клубни, растущие в вулканической почве, имеют выдающиеся вкусовые качества и обладают уникальной темно-коричневой окраской. Захватывающе. Но самогон у тебя вышел удачный, это точно. Собственно, я бы с удовольствием набрал этих корешков про запас. Не хочешь ко мне присоединиться? Тебе вдруг приспичило собирать урожай? Темно же. Но, Геральт, даже если бы я мог великодушно предположить, будто у тебя вылетело из головы, что я вампир, и мне не нужен свет, никогда не поверю, будто ты забыл, что и тебе темнота ничем не мешает. Так что пошли. Раз уж ты так загорелся, давай сходим. Но ты забываешь одну вещь. Свежий корень мандрагоры очень токсичен даже для ведьмака. Ничего подобного. Я никогда не забываю о мерах предосторожности. Прошу, вот тебе рукавицы и маска. Не, ребят, я сестру-то денег жахнул. Тебе ничто не будет угрожать. У меня получилось. Записи посмотрите. Спасибо. Ну ладно, пойдем. Так, пошлите. Свет луны настраивает меня. Деть маску, перчатки? Ну это по квесту, да? А какую маску? Какие перчатки? Вот эту маску, что ли? А, вот маска мандрагоры. А перчатки какие? А, вот. На мечтательный лад. И о чем же ты думаешь? О сиськах суккуба? Я на насмерть, ребят, проходил. Я все части на... Проходил на... А, все, да? Вот. Нет. Я все части я, на харде например, проходил. Думаю, что все может выглядеть интересно при правильном освещении. Даже старая туша трупоеда? Блин, эти надгробные, конечно, надписи, это капец. Так, собрать корни. Ну, ага. Где-то еще, вот еще корень. Куда вампир-то делся? Нелегко будет его выследить. В конце концов, он вампир. Да, я эту черную-то. Зараза, да. Куда ты подевался? Там в сказочном городке, когда ты, ну, убиваешь великана, после него сразу же можно ее жахнуть. Выбираешь первый вариант, есть. И все, и... Происходит? Вы чё? Бруксы назвали тебя изменником. Кодекс чести вампиров прост. Даже тривиален. Или ты с ними до конца, в любой ситуации, вне зависимости от обстоятельств. Или... Тебе не простят. Не простят. Но на мое счастье также обязателен и другой принцип, столь же тривиальный, как и первый. Его хорошо передает поговорка: «С глаз долой и с сердца вон». Поэтому я уезжаю из Тусента. Скорее всего, надолго.
Понимаю. Вернемся ко мне. Чудовищно хочется еще немного выпить. Сестрой получилось, княгиня, по-моему, вообще не вариант. Ну, как-то я не видел, не слышал об этом. А с этой вот, после великана, сразу. Невероятный букет. Мягкое раскрытие и неожиданное послевкусие. Ты не находишь? Я не силен в дегустациях. Ну, так самое время начать обучение. В конце концов, винодельня Корва Бьянка твоя. Между прочим, я оставил в твоем новом доме небольшой подарок на столике у кровати. Спасибо. Может, скажешь, что это? Так, безделушка. Но может оказаться полезно, если вдруг понадобятся мутагены. Кстати, ты не думал, что будешь делать с Корвобьянко? Повесишь мечи на гвоздь и посвятишь себя заботам о винограднике? Я и сам не знаю. Может, когда-нибудь меня и соблазнит жизнь почтенного винодела. А может быть, я предпочту путь ведьмака, чтобы лежать по ночам на траве и смотреть на звезды. Повеяло поэзией. И тут же, разумеется, на ум пришел Лютик. Помнишь, как мы сидели когда-то совсем недалеко отсюда, спрятавшись в пещере, и вокруг бушевала вьюга? Как я могу забыть? Мы отправились спасать Цири из лап Вильгефорца. Как раз встречу с Вильгефорцем я вспоминаю с наименьшим удовольствием. Но тогдашнее пребывание в Баклере было более спокойным, чем это. Тогда нам казалось, что это сказочные земли. А проблема здесь может быть одна. Недостаточно вместительный винный погреб. Видимость, Геральт. Видимость. А она, по обычаю мамунов и доплеров, обманчива. А что, собственно, стало с Вильгефорцем? Я убил его, но, признаюсь, это было нелегко. Ты уже знаешь, куда собираешься ехать? Главное, куда-нибудь подальше. Я подумываю двинуться в Нильфгард. Зачем? В Нильфгард? Почему нет? Нильфгаардцы, общество современное, там никто не верит в вампиров. И это может оказаться очень полезным для сохранения инкогнито. Интересная точка зрения. Не хочется мне никуда идти. Посидим здесь еще немного, дружище. Посидим, мой друг. Мы были свидетелями. И не однажды виновниками судьбоносных событий. Теперь же, после стольких трудов, нам полагается отдых. Да, полагается. Пошел домой. Давайте посмотрим, что тут еще есть. В гостях хорошо зайти домой. Так. Это еще не все. Как все отстроили-то, а? В
ваша милость, к вам в дом вломилась какая-то личность. Я пробовал задержать, но меня и слушать не пожелали. Кто там еще? Боюсь, ваша милость, даже представиться не соизволили. Лютик? Трис? Собственной персоной. Да-да-да-да-да. Я думал, ты в Ковере. Мне наскучило тебя ждать, и я решила вырваться в Тусент. Принять солнечную ванну, посмотреть, как тут дела. Ты говорил, ты всего на пару дней? Ты услышишь, что у меня просто появился виноградник. Скоро можно будет вернуться на север. Ты не расстроился, что я приехала без приглашения? Ты знаешь, раньше я не любил неожиданности. Они напоминали мне о работе. Право неожиданности, дитя неожиданности. Но, кажется, пора изменить мнение. Неожиданности бывают приятными. Очень приятными. Пойдем во двор. Тут есть такой уютный уголок, тебе обязательно понравится. Как там дела в Ковере? Скучно и предсказуемо. На заседаниях совета мы обсуждаем одну только торговлю. Таможенные пошлины, аренда складов. Не заскучала? Знаешь эту афирскую поговорку? Чтоб тебе жить в интересные времена. Я в них пожила и теперь с удовольствием отдохну. Чародеи, которых я забрала из Новиграда, эти, что сами прорвались на север, со мной согласны. Ты бы их не узнал. Ни тайн, ни интриг, ни заговоров. Сидят и работают на пользу королевства. Иногда я думаю, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что вот-вот что-то случится. Павлин лагает. Война или еще что-то. Но пока, все хорошо. А когда ты закончишь свои дела и присоединишься ко мне, будет еще лучше. Ну, так как тебе моя винодельня? Ты сам знаешь. Очень. Дом большой, но не помпезный. Расположен замечательно. Идеальное место для романтических каникул. Я только что сделал ремонт, выложил кучу денег, но, кажется, оно того стоило. В саду уже новые растения, цветы, но мне все еще кажется, что чего-то не хватает. Может, устроим лабиринт из живой изгороди, а в центре статуи, совсем голые. Ох, не напоминай мне про этот бал. Вино ударило мне в голову. Я не напоминаю, я просто вспоминаю тот вечер. Он был магический. Твое платье. Ты замечательно в нем выглядела. Оно у меня с собой. Могу его как-нибудь надеть? Будем ужинать во дворе при свечах и слушать, как трещат цикады. Цикады. Не могу дождаться. Я тоже надеюсь сейчас. Как ты меня нашла? Из Ковера путь не близкий. У меня есть свои секретики, Геральт. К примеру, гидромантия. Ну да, верно. А ты видела в отражении что-нибудь еще? Что нам предстоит? Угу. К нам переедет Золтан. Умоляю, скажи, что ты шутишь. Можешь выдохнуть. Насколько я знаю, он сидит в Новиграде и быстро оттуда не двинется. А если серьезно? Да, я видела пару отрывков из нашего будущего, но не хочу рассказывать. Почему? Ты же сказал, что полюбил приятные сюрпризы.
Ты ведь первый раз в Тусанте? Показать тебе окрестности? Прости, но у меня уже есть планы. О, и что ты будешь делать? Лежать на солнышке без движения. О, напряженный график. Ты не перетрудишься? Прежде чем я вернусь на север, хочу нарадоваться хорошей погоде. Знаешь эту шутку? Как узнать, что в Ковере лето? Дождик стал потеплее. К сожалению, это почти правда. Как в Питере. Зря я это сказала. Вдруг ты передумаешь и ко мне не переедешь? Я бы об этом не переживал. Все? Я оставлю тебя на минутку, хорошо? На минутку? Золтан, фазан, рис и ем. Че, все, да? Все или еще что-то надо? Да, Геральт. Ну все. Я оставлю тебя на минутку, хорошо? На минутку? Так, ну чё, ну всё, да, всё, наверное. Давайте вижу. Так, давайте ещё раз в дом зайдём. Там же что-то мне должен был оставить, там даже Ригис мне что-то должен был оставить. Давай с тобой поговорим. Ваша милость, вам прислали вина, как я понял, с винодельни Бельгарда. С приветом от госпожи Матильды и господина Лема. Спасибо. Я велел сгрузить бочки и отправил их в подвал. Они справа от входа. Спасибо. Будет время, я туда загляну. Превосходно. Следующую поставку просили ожидать через 5 дней. Спасибо. Мне пора возвращаться к делам. До скорой встречи. I need to go. I should go. Все? У меня есть трофей! Да вы чё? Я же все выиграл! Да, блин! Да, вон там что-то красное. Я же все трофеи заработал. Куда они делись? Письмо от Региса. Дорогой Геральт, раз ты читаешь эти слова, значит, я уже далеко за пределами Тусента. Ты нашел мой мутагенератор. Разумеется, ты можешь выбрать для... Это инструмент абсолютно любое название, более соответствующее твоему вкусу, а также лучше отражающего действия, поскольку не сомневаюсь, что твои знания относительно мутагенов гораздо более глубокие и лучше систематизированы, нежели мои. Я работал над этим устройством свободы минуты, теперь, когда оно уже готово, уверен, разумеется, лишь в той степени, в которой может быть уверен изобретатель, из-за того, как изобретение будет использовано по назначению, что этот аппарат пригоден к использованию. Ты, наверное, думаешь о том, какие функции должен выполнять. Так вот, как явствует из самого названия, мутагенератор создает мутагены. Он работает по принципу поглощения энергии электромагнитных волн из тела. В том случае, это будут тела убитых тобой чудовищ и злодеев. Когда же заряд достигнет критической точки, мутагенератор производит аккумулированную энергию в большой мутаген, который, как я считаю, может тебе пригодиться. Как ты, должно быть, понимаешь, я конструктор-любитель, и поэтому прости мне, что у тебя не будет возможности влиять на результат операции. Мутации проходят случайным образом. Так что результатом ее будет зеленый, красный или синий мутаген. Более-менее попеременно. Надеюсь, ты найдешь по подарке полезный. Искренне предан тебе друг, имели Регис Ругелектор, Зев, Гордфрой. Может быть, ты удивлен, почему же решил подбросить этот мутагенератор в твоем доме, вместо того, чтобы вручить тебе его лично. Так вот, знай, что сделал его руководство скромностью. Хочешь верь, хочешь нет, держись, Геральт, и пусть мой подарок верно тебе служит. Все. Все. Но теперь-то... Вот мои трофеи, вот они. Вот все трофеи-то, вот они. Я ж все поставил. Ну, наверное, ребятки, на этом уже все. На этом все. Все прошли, все сделали. Последний взгляд за то, что ты пасы, на наш виноградник. На этом прохождение Ведьмака 3 Кровь и Вино закончено.
Все, прошли на сложности наспер, проварили только одно задание там с ложками. Ну, я, короче, сам затупил. Остальное мы все-все сделали. Вот, все задания, все вопросики, все вот это у меня все абсолютно собрано. Все, что только возможно. Не знаю, сколько ушло часов, но я думаю, где-то часов 20, ну, 20-22 часа у меня ушло. Все, вам, ребят, всем спасибо. Надеюсь, вам понравились прошлые стримы с косплеями. Сегодня ждите записи на моем канале на YouTube. Я вам сейчас его скину. Сейчас, секундочку. Вот, я еще сегодняшние записи выложу. Держите. Все, ребят, всем спасибо. Всем... Да че, 300, да ничего он уже не скажет. Да, Геральт. Все, ничего нет. На минуту. Все, ребят, теперь точно убедились. Все, ребят, всем удачки, всем спасибо. Увидимся с вами уже в воскресенье, там на картах и на цине. Завтра выходной.